Это не ранчо, а прямо форт какой-то. Здесь что, индейская территория? Нужно седло. Что тебе нужно? Ты один? Я хотел воды попросить. Воды? Да ты весь мокрый. Вон отсюда! Или я в тебе дырок наделаю. Ладно, полегче. Сколько раз тебе говорить? Вон с моей земли! Дурища! Еще раз тебя увижу, пристрелю как собаку, понял? Где эта чертова баба? Где эта чертова баба? Куда она подевалась? Я ведь и выстрелить могу! Сколько можно сидеть стрелять? Еще раз тебя увижу, пристрелю как собаку, понял? Дурища! Ни за что! Ты тупой или тупой? Еще раз тут появишься, пристрелю!
Сколько можно здесь тебе? Еще раз тебя увижу, пристрелю как собаку, понял? Где эта чертова баба? Куда она подевалась? Тебя носит! Лаура! Дурища! Покажу. Где эта чертова баба? Куда она подевалась? Сколько можно зелень собирать? Везде грабить. А чтоб ты сдох, сволочь! Thank you.
Апачи? Только этого не хватало, зараза! Господи боже!
Еще несколько миль, и я наконец ее увижу. Она не судила меня, и я ее не судил. Мы просто видели друг друга такими, какие мы есть. Но не ее отец, он видел только грязного мексиканца. Ладно, задачка трудная. Меня никто не должен видеть, кроме Молли. Иначе меня так радостно встретят. Чет, десятник на ранчо и лакей Фергюсона. Он ухлёстывал за Молли, и ему не понравилось, что она выбрала меня. Как-то он увидел нас за конюшней и побежал к Фергюсону. Я ее только поцеловал, всего один раз, и ничего больше. Но ее папаше было наплевать, он бушевал как смерч. Уволил меня тут же и сказал Чеду, чтобы выпроводил меня с ранчо. Его ребята устроили мне проводы. Избили до полусмерти, привязали к лошади, протащили полмили. Положу глаз на Молли, он мне его выколет, и второй заодно. Так что лучше мне им не попадаться. Умри, ублюдок! Это ты? На этот раз Фергюсон тебя пристрелит. Эй! Здесь кто-то есть! Спать хочется... Хочется. Банда лентяев. Thank you.
Ты их считал? Ну да, все тут. Точно? Сколько насчитал? Говорю тебе, все тут. Ты это и в прошлый раз говорил. Хорош пилить, ты мне не жена. Жара как на сковороде. Спать хочется. Банда лентяй. Это ты?